Да. Такая тишина, умиротворение у меня. Если так вот начать ролик с этого момента, то все подумают, что вообще все в порядке и ничего не предвещает беды, но потом можно показать винт и сразу станет ясно, в чем дело. Друзья, это War Thunder, ссылку на который я оставлю в описании к видео. Основной ролик будет в воскресенье, а мы начинаем. Как думаете, с какой попытки можно посадить самолет на авианосец? Не знаете? Смотрите. Че, пацаны, давайте один корабль выберем, давайте сейчас взлетим, какой-нибудь попробуем на один. А как тут по ширине ебет широта? Ты смотри, короче, газ вперед на колесико мыши максимально и взлетаешь. Я отвечаю, я с первого раза сяду. Я, блядь, упал сразу, в смысле? Ты тоже? Поехали. О, я сразу летел, вообще изи, оказывается. Все было гораздо легче. Давайте, ребят, какой-нибудь один самолет выберем. Ну, я вижу Данила, Данил. Не хочу смотреть на тебя, я крутнул мышкой, я чуть не ушел. Ну, давай самый правый, да, давай первый сажусь на него. Сейчас, короче, газ, я без вообще интерфейса буду сейчас делать все. Газ убираю. Сейчас, пацаны, сразу сяду, сейчас чекайте. Блядь, нет. Это было плохо. Слишком большая скорость, Карл, это нереально. Эй, я появился, стой, иди нахуй! Почему я упал сразу? Какого? Корабль поехал, в смысле, блядь, я даже взлететь не успел. А, тихо, я сел, я винт повредил, но сел, посадка. Сюда, лут! Серьезно, ты сел? Да, я сел, у меня винт повредился. А я сейчас даже не поврежу винт, чекай, сейчас просто сяду. Так ты на меня сейчас сядешь, я же сижу. Не, я далеко. А, так я же вообще ногой. Я сел, пацаны, я сел. Да, красава. Только без крыла, хвоста и винта, бля. Торчит эта хрень. Тяга минимальная. Все в порядке. Давай. Ну, блядь, ну я типа сажусь, но... Но не полностью. Я знаю одну хорошую микроигру, сейчас я собью того, кто предупредит, блядь. Я не знаю, кто это. Блядь, это я, что ли? Как замечательно. Слушай, ну я дам бой. Я повернусь и дам бой. Вот это называется бой, блядь. С кем? С рыбами, блядь. Я медленно подлетаю. Медленно. Касаюсь. Коснулся. И взлетаю какого-то хуя снова. Я сел! В воду? Ну, я по крайней мере понял, пацаны, короче, в чем фишка? Тут резинка в самом начале самолета. Нужно просто в самом начале хвостом цепануть эту резинку, иначе не сядешь. Я не знаю, что такое резинка. Поэтому у тебя есть сын, ебаный в рот. Кстати, ты виделся с ним? Ты же хотел увидеться. Нет. А ты же хотел. Я думал, это шутка. Нет! Сука, жизнь. Как думаете, сложно ли с танка сбить вертолет? Не знаете? Ну, смотрите. Оно у меня летит! На меня летит! Парни! Не-не-не-не-не! Вау! Это был рядом! Он резко. Да он сам умер, блядь! Что за инвалид у нас на вертолете, блядь! Давай сходу его долбить, где он? Не, он очень далеко, да? Он очень далеко. Так, до свидания. Прощай. Спасибо. Нет, это ракета! Это ракета! Бля, надо ждать, когда он на нас полетит. Смотри, ты стреляешь в кружок стреляй, понял? Давай, кольцо вот это. Не ремонтировать надо себя. Да жесть какая! Воу, кто попал? Это кто попал? Это было легко. Реально кто-то из нас попал? Подожди, Данил попал, Данил попал. Я не знаю, я не стрелял. Очко Данилу в студию. У него есть уже. Хотя пробитое. Я не вижу. Я не вижу его, где... Вот, вижу. Давай! Попал, блядь! Есть! Нифига ты жестко! Это было жестко, мужик. Летит. А я еще раз долбану по нему. А я в воду лечу, все, ты меня не достанешь. Я нырнул под воду, смотри, я тебе подонка. Ты меня, короче, облегчил. У меня просто ракет. Сделай ему больно. Или сделаю я, прощай. Подожди. Я понимал в третий раз, у меня уже 3 очка. Все, я вижу, как он летит, падает, прощай. Да. Мне дали помощь в уничтожении. Ну тебя в Гриффиндор теперь возьмут с такими очками. Но я умею летать на метле и дрочил на Гермиону. Если да, то... Ну, ставь лайк. А тут мы решили с Данилом поспорить на того, кто будет кого пить.
Что? На то, кто кого будет поить в баре. Три убийства с истребителем, на котором мы ни разу не летали. Кто их сделает первый, тот и победил. Все просто. Он очень быстрый. Я на таком не летал еще. Он очень быстрый. Что это? Ебать. У вас кончились патроны перед... Он не очень быстрый. У меня перегрузка. У меня сейчас уши лопнут. Ты понимаешь, что я не понимаю, как... У меня 8G тоже. Очень сложно управлять. Я вообще не понимаю пока что, как... Просто как кусок говна, блядь, который смывает, блядь. Я не могу развернуться. Ебать. Что со мной происходит? Капец, они безумные. Капец, это очень сложно. Пиздец. Но звуки мне нравятся. Блядь, я что, нет, только не упасть, сука! Лошара. Один у меня есть. Ты знаешь, что в Японии делали настоящие мужчины? Знаю. Я сейчас это и буду делать, сука! Попытайся. Бонзай. Блядь, ты стреляешь! Да, я стреляю, я сбил тебя! Ты меня тоже сбил. Поздравляю. Да! Я врезался в тебя? Да, трупом меня своим конченым сбил. Нет, сука, нет, ну нет, блядь! Я слышал глухой звук! А где ты? Я даже не вижу тебя. А, вон, вижу. Я вижу. Как отдыхаешь? Итого, что у нас? Что, 3-1? Давай. Кстати, это был звук открытия бутылки вина, или кто-то просто пробку из жопы вынул? Видимо, вытащил все-таки пробку. Тем самым открыл бутылку вина. Как думаете, можно ли пролететь самолетом сквозь другой самолет? Звучит безумно, конечно, на самом деле, но тем не менее, смотрите. Так, я лечу на еще одном очень странном самолете, да. Я тебя сейчас догоню. Слушай, у меня безумная идея. Ты можешь пролететь сквозь меня? У тебя маленький? Да. А самолет? Самолет обычный. Пап, я пролечу под тобой, попробуй в меня нырнуть. Так. Не получится, походу. Не надо! Видно, что ты гораздо больше. А как вы думаете, хорошо ли мы разбираемся в кинематографе? Ответ – да. Ты смотрел фильм «Бруно»? Да, конечно. Что, это сильно тупая хуйня или можно посмотреть? Безумно. Ну, прям отвратительно или... Ну, да. Там член огромный на весь экран кричит «Бруно!» у ретро. Сегодня продолжай. Буду смотреть? Да. Вот такой вот ролик, друзья. War Thunder мы, конечно, занимались всякой хренью, но и не всегда же быть серьезным, хотя когда я им был. Ссылку на проекты, как всегда, оставляю в описании к видео. Ну а, собственно, ролик основной будет в воскресенье. Всем пока, я пошел есть, вы сами все знаете. На самом деле я здесь.